него структура книги такая. Он везде, это потом понятно, какая структура. Он сначала дает планчик. И вот я сначала над этим сидел, над этим планчиком, ничего не понятно, ничего не доказано. Он там ничего и не доказывает, потому что потом пошел текст, в котором это вот выводится. А сначала, но это не обозначено, не написано. И это предвосхищение того, что будет. Он прямо раз, два, три. Все сказал, но это не сказал не пунктами, а текстом. А потом, ну тот, что вот освоил, освоил в том смысле, что он уже много раз с карандашом проходил, он это потом замечает. А так это не видно. И можно там сидеть над этими вещами, как из этого вытекает, никак не вытекает. Оно и так тут и не вытекает, потому что когда ты пойдешь дальше, вот пошел этот текст. Тем более не вытекает в примечаниях, прибавлениях, которые многочисленные. И в этих примечаниях, прибавлениях и Бог есть, и доказательство бытия Божьего. Но это вот это можно и не читать. Примечание первое написано. Но они не мелким шрифтом, они идут таким же шрифтом вот в этом издании. И что с этим делать? Так, Степан Степанович, все записывается, да? Здравствуйте, товарищи. Я вас всех поздравляю с началом занятий в кружке изучения науки и логики. Значит, здесь занимаются люди, те, которые здесь присутствуют очно. И мы рассчитываем пригласить еще товарищей из Красного университета, желающих принять участие в работе кружка. Ну, разумеется, тех, которые сами самостоятельно читают науку логики Гегеля и которые хотят руководствоваться тем правилом, которое человек многоопытный советовал Владимир Ильич Ленин. Говорит, я не просто читаю, а я стараюсь штудировать. А что значит штудировать? Это, так сказать, такой русский вариант немецкого слова. Штудировать. Штудировать это означает, раз он существует в русском языке уже, это не просто читать. А это значит, надо возвращаться, это значит, снова надо обдумывать, еще раз перечитывать и продвигаться. Ну, от того, что вы поняли, к тому, что вы менее поняли. Ну, это означает, что полезно просто взять и читать, не понимая. Я бы на этом особенно настаивал, в том числе в силу вот своего образования, поскольку у меня образование математическое, и мне как-то было привычно, что вот можно сидеть месяц, разбирать статью, мы там соберемся с кем-нибудь и начинаем разбирать статью. Встречаемся каждую неделю, и вот разбираем, разбираем. Ну, и через месяц мы уже и поняли доказательства. Но это, в общем, обычная история, непонятно. Или, скажем, я вот ходил к декану нашего математико-механического факультета, к Бореевичу, на спецкурс по гомологической алгебре. Сидят 4 или 5 человек. Сидим, первую лекцию я отлично все понимал. Матрица, в матрице еще матрицы. Вот, вторую я уже не понимал, и так до самого конца. Ну, как-то спрашивать других не хотелось. И показывают, что я ничего не понимаю. Ну, ничего, себе спокойно. И все так сидят, все думают, так все сидят. А он все читает и читает. Потом однажды где-то в центре, в середине, годовой курс, он вдруг остановился и 40 минут стоял. Думал, что дальше? Стоял, стоял. А мы все молчим, а он стоит, а мы молчим, он стоит. Через 40 минут он говорит, так, в следующий раз пошел домой, в следующий раз с этого места он продолжим. Пошел я на будущий год снова на этот спецкурс. И я вам скажу, я сижу и все понимаю. То есть вот то, что было, оно куда-то все равно попадает, видимо, под корку. Все равно, и так или иначе, оно откладывается. Ну, так сказать, где-то какие-то связи начинаешь улавливать. И я сдал эту гомологическую алгебру на отлично. Вот, то есть я хочу сказать, что вот этот переход, он даже довольно странный бывает, он потом выступает как некое просветление. Но за всяким просветлением что стоит? Работа. Работа. Поэтому, если у кого-то не получается или у кого-то трудно, ну и всем не получается. Он, Ленин, доходит до, так сказать, той части, где говорится о количестве, там, где пошла, так сказать, речь о высшей математике, тут темна вода, говорит, вернуться и пошел дальше. Ну, нельзя, так сказать, думать, что вот обязательно все будет понятно. Ну и, соответственно, вот что мы можем получить в результате нашего кружка? Во-первых, когда собирается много людей, которым непонятно, уже не так уж, как грустно уже, правильно? То есть, если таким уважаемым людям непонятно, то вроде как и не обидно. Потому что на миру и смерть красна, тем более, так сказать,
непонятность какая-нибудь. Так что ничего тут страшного нет. То есть ничего тут необычного. И тем более люди серьезные. И, между прочим, со степенями и званиями. Вот тут есть и кандидаты наук, так, и вот профессор сидит, например, с факультета социологии. Вот тоже кандидат наук. Вот кандидат наук. Так, где Иван Михайлович? Куда делся? Вот кандидат наук. У нас вообще тут серьезные. Все ученые. Почти. Или ученые, или выучившиеся. Хорошо. Вот. Так что понятно, что эта вещь непростая. И в чем смысл этого кружка? Что мы помогаем тем, кто занимается самостоятельно. Ясно, что самостоятельную работу по изучению наук и логики никуда ее не денешь. Это требует. Ну вот, куда-то надо ехать. Я обычно вот ездил в командировку в Невинномысск. Брал с собой наук и логики. Вот, Борис Николаевич говорит, что много там носить надо. Вот и хватает, и туда, и обратно, и еще остается. Вот, и буду считать. Как-то я в больнице пролежал 2 недели. Все смотрят, что-то вы читаете одну и ту же книгу, вот такую тонкую. Вот эту как раз я брал. Что-то так все заинтересовались, все там то, сего. Я сижу на кровати, все читаю, дочитаю. Что вы такое там читаете? Ну, я говорю, вот на посмотрю. Нет, это не надо. То есть эта вещь хорошая, как раз она освобождает от чего-то другого. Тем более мы с вами знаем, что говорят по этому поводу авторитетные люди. Значит, можно сказать, что вся наука разделилась современная. До наша буржуазная наука же, в общем, была прогрессивной долгое время, правильно? Гегеля вы не скажете, что это коммунистический автор. Это автор, который приветствовал там Наполеона в свое время, да? Который совершенно однозначно, так сказать, вот подводил итоги той науки, которая развивалась, ну, по крайней мере, не в коммунистическое время. Вот. И, скажем, Маркс и Энгельс, они продолжили эту линию. Они взяли на вооружение то, что оставил Гегель, а что он оставил. Вот я хочу в связи с этим представить, так сказать, всем здесь присутствующим новое издание «Науки и логики», которое издано именно так, как было в собрании сочинений, изданном в 1937-1939 годах. Там 5-й том – это объективная логика, 6-й том – субъективная логика. И вот за основу было взято это издание для вот настоящего издания «Науки и логики». Вот если 1-й том – это объективная логика, а 2-й том – субъективная логика. Но в чем проблема материалистического истолкования, над которой, так сказать, бились? Ну, в чем? Если это объективная логика, это категория объективного мира, а субъективная логика – это понятие об этом самом мире. Ну, как еще надо это понимать, как нематериалистически? То есть, надо выворачиваться наизнанку, чтобы понимать нематериалистически. Ну, вот Гегель и выворачивался, дескать, это вот объективное. Ну, это выражение абсолютной идеи. Объективная идея. Ну, а поскольку, если вы не читаете, кроме этой книги, ничего, и еще про эту абсолютную идею, да и неинтересно там читать, потому что если кто-то скажет, что это непонятно, для интереса можете взять феноменологию духа, которая предшествует науке логики, и тогда вы поймете, что такое непонятно. Я, по крайней мере, тут после первого раза решил, что да, надо читать второй раз. И после второго раза я понял, что Гегель вывел, что есть 3 формы постижения мира. Религиозные в образах, все виды искусства в образах. И музыкальные, и живопись, и скульптура, и литература, и архитектура. И постижение в понятиях. Но если в образах, это вообще не надо переводить ни на какой язык, и не надо там никаких понятий. Все понятно и без этого. И это прямо воздействует на чувства. Религиозное тоже понятно, это фантазии, так сказать. Вот есть фантастический мир, там все преподобные, то есть мы преподобные тем. Ну, а, соответственно, те преподобные нам, что можно видеть на иконах. Та же Божья Матерь, это молодая мама, совершенно понятно, с кого сделан этот портрет. Ну, и поэтому долгое время знания человеческие выступали в религиозной форме, и поэтому это тоже форма постижения мира. В фантазиях постигаем мир. И сейчас некоторые постигают в фантастических романах мир. Причем другое не читают. И они в таком фантастическом мире и живут. Некоторые потом даже прыгают многоэтажных домов, думают, что сейчас мы перезагрузим. Но уже не получается перезагрузить. И умирают молодыми.
Ну и высшая форма постижения мира. Вот Гегель добрался, что высшая форма постижения мира – это постижение в понятиях, и наука о понятиях вот такую нам оставил. А следовательно, я хочу сказать, что вот это издание, значит, предпринял товарищ Ломов на свои средства. Причем он, так сказать, как-то интересно очень это изложил. Говорит, вот прислал мне по электронной почте письмецо. Говорит, Михаил Васильевич, вот вы говорите, что книг нигде не достать на околоэхе. Но я вам сделаю 1000 штук. Ну, я это воспринял как. Ну, народ же шутит в интернете, много таких шуток. Потом говорит, а какой взять за основу? Я говорю, такую, а что вот сделать там в отношении предисловия? Ну, вот я посоветовал Ленина поставить работу. А потом вот так и началась работа по тому, чтобы сверстать. Ну, надо было то сделать, снять и в электронной форме это сделать теперь. То, что было только в печатной форме, это даже не было в электронной форме в 1937-1939 году. Вот это огромную работу проделал товарищ Ломов, записав себя в корректоры, и в корректоры записал нашего товарища Кузьмина из Москвы, которого мы знаем, Алексея Вячеславовича. Хорошо, вот они мучились там вдвоем. А потом мучаются, говорят, так вот скоро уже будет издаваться. А потом говорят, забирайте. Ну вот, так что вот такое бывает в наше время. Вот, вот попробуй теперь скажи, что идея не материальная сила. Еще какая материальная? Вон народу сколько? Он говорит, придите, помогите поднять. Потому что это до идеи не донести в таком количестве, в таком объеме. Или мы помним, что Марк говорил. Идея, когда она овладевает массами, становится материальной силой. То есть, конечно, не идея уже двигается, а уже двигаются люди, движимые идеями. А люди – это же материя, причем высшие формы ее. Ну и поскольку завершается это, допустим, мне очень трудно читать науку логики. А я люблю детективы. Я иду куда? Второй том, конец. И читаю там. А там все понятно. Абсолютная идея. Это идея А. Познание мира. Так, она у Гегеля называется идея практическая, ой, теоретическая идея. Теоретическая – это идея познания. А другая идея – идея преобразования мира. На основе познания мы мир преобразовываем. А это идея практическая или идея добра. Вы за добро? Добро. Ну, что тут непонятного? А единство теоретической и практической идеи – это абсолютная идея. Причем видно, что по отношению к теоретической идее, практическая идея выше. Почему? Или богаче. Почему? Потому что если я хочу практически что-то преобразовать, мне надо сначала освоить то, что я собираюсь преобразовывать, сформировать, что я собираюсь получить. И тогда вот истина, по теории истины, которую развивал Гегель в этой работе, истина – это соответствие уже не идее объекту, а объекта идеи. Вот прежде чем вот этот дом появился, и это помещение, сначала возникла идея у архитектора, он ее это детализировал очень. Так подробно, и так со всеми расчетами, чтобы получилось, что можно уже создавать. И создали соответствующее здание. Это идея добра. Что тут непонятного? Говорит, как непонятно? Да я до самого конца дошел, даже и не читал. Все в конце открыл, все понятно. То есть идея теоретическая, есть практическая. Практическая включает в себя теоретическую идею преобразования мира. Кто за преобразование мира? Те за Гегеля. Кто нет, то против Гегеля. И это вот преобразующее учение взяли на вооружение, причем, так сказать, без всяких обид, Маркс и Энгельс. Они не стали говорить, что мы такие важные и так далее. Вот Маркс сказал очень просто. Мое отношение к Гегелю такое. Гегель мой учитель. Ну, чего тут непонятно. Ну, не хотите, чтобы у вас были великие учителя? Ну, берите каких-нибудь пигмеев. Не хотите у гениальных учиться? Ну, учитесь у каких-то дураков. Дураков много, они пишут много книг. И эти книги потом через 5-10 лет, вы, наверное, видели, это вот кто из нашей среды, все-таки из научной, знает, что время от времени выгружают из библиотек все, что было за последние десятилетия напечатано и туда заложено. И остается опять Маркс, Энгельс, Ленин, Гегель, конечно, остается и прочее. А это все, ну, понятно, что остается тот же самый по геометрии
То, что ее создавал. А? Евклид. Евклид остается. Да, и Пифагор останется, потому что он там Пифагоровы штаны во все стороны равны, они во все времена равны. И поэтому сюда остается. Это все макулатура вытрясает, и вот когда это там стоит, свежее. Я не хочу сказать, что если тут свежая вот эта книга, то она постареет. Она-то не постареет. Она долго будет. Я докладываю, что вот эту книгу я лично сдал в библиотеку Академии наук, где меня очень сильно благодарили, говорит, ну как же, у нас один только экземпляр дают через вот эту книжную палату, пока пройдет. А вот вы дали два экземпляра, значит, завтра же будет, на следующей неделе вот это будет на выставке новых поступлений, неделя уже прошла, и в фонде будет. То же самое в публичной библиотеке я принес, они обычно встречают в коридорчике, потом как увидели, что, так сказать, какие подарки им принес, два комплекта. Вот пойдемте, вот не на руке, давайте за стол и так далее. Я им и это, и сборник наш по Ленинской конференции принес, так сказать, все с благодарностью приняли. Вот. Ну, более прохладно встретили Кузьмина в Москве, потому что он не написал в дар библиотеке, а в так он стал давать. Я говорю, думаю, что они там с ним разговаривали. Вот. Они у него забрали, сказали, ну, через месяц, может, все пройдет. Через месяц, когда к нам тот экземпляр дойдет, мы тогда этот выпустим. Ну, там бюрократы какие-то сидят. Но они будут обязательно. Да. В нашем университете, Санкт-Петербургском, библиотека имени Горького сказала, да вы чего там, тут посмотрели, тут написано, тут 200 рублей, 126. Она говорит, такие сейчас книги тут, ну, меньше, чем по 1000 рублей, том не может быть. Это всем понятно, особенно такое красивое издание. Короче говоря, вот вам, так сказать, пример того, что кажется, ну как можно такие задачи решать? Вот теперь как вот мы можем не решать эту задачу? Вот как, если раньше мы сидим все кружочком, что-то делаем. Но если люди так помогают вам в таких масштабах и так сильно тем, кто занимается изучением диалектики, ну что, теперь, товарищи, нам уже деваться нет. Нас подперли со всех сторон. Ждем, когда вы, Татьяна Валерьевна, все поймете. Уже все, отступать некуда. За нами Гегель, Маркс, Энгельс, Ленин. Ну, Маркс так еще говорил, что вот, может быть, так сказать, как-нибудь найдется время, когда он писал «Капитал». Куда оно найдется? У него тоже, кстати, было времени немало, Борис Николаевич, при написании «Капитала». Как у вас? Тоже экономист. Он говорит, я бы нашел бы время, Марк, чтобы на двух печатных... А? Маркс не был кандидатом. Почему? А он философских был. Доктор. Доктор. Ну, тогда это доктор называлось. Философия Демокрита и... Да, сравнивал дисерта. Это Энгельс никем не был. Да, Энгельс вообще был. Энгельс никем, да. Да и Ленин, в общем-то, и кандидатства у него не было. Ничего, ну что это такое? Да. Вот, он говорил, что вот я как бы вот изложил бы то ценное, которое он сделал на двух печатных листах, вот, который Гегель вот это сделал, но сам же и мистифицировал, но как-то не собрался. А хотя он, вообще он не собрался, это трудная задача. 48 страниц. Печатный лист, это все разрезанное, когда вот один возьмешь, ее складываешь 16 страниц, один печатный лист. А два? А, нет, 32 получается. Нет, 48, если вы печатаете на машинке, а вот книжных 32 листа, 32 страницы. Вот Энгельс таких вещей не говорил. Это компендий диалектики. Компендий. Что значит компендий? Корочайший путь. Прямо, то есть короче нельзя. По Энгельсу однозначно. Короче. Тем более он так, видимо, там не стал спорить сильно с Марксом. Маркс короче-то не получился у него изложить. А Энгельс уже сформулировал, что нельзя. Там кратчайший. Все понимают, что такое кратчайший. Значит, не получится короче. Короче, между прочим, Гегель сам изложил. Вы, если знаете, есть такая работа. Работы разных лет. Двухтомничек. Там есть философская пропедевтика. Вот как раз она для школьников сделана. Все те же самые категории разложены, только там никакого выведения нет. Но это для привыкания, чтобы люди привыкли к терминологии, чтобы знакомо было. У нас же сейчас все знают, что такое деньги, что такое компьютер, что не разбирается в этом, особенно пользователи. Зато знают, на какие кнопки нажимать. Ну, так же и с этим можно сделать. Так что есть малая логика.
Вы слышали, что кто-нибудь рекомендовал по ней изучать? Никто. Чем она? Почему она мала? Это учебник для вузов. И он Гегель написал, это он Гегель написал, когда был директором Нюрнбергской гимназии. А Малулыев он написал, когда был профессором. Вот. Ну, там все это в краткой форме, а в краткой форме выведение, так сказать, менее подробное, а раз менее подробное, тяжелее изучать. Вот плюс к этому изучать Малулык полезно, а вместо, ну, скажем, я бы не рекомендовал, потому что это сложнее, труднее, и вы дольше будете мучиться, потому что непонятно, как из этого выходить. Ну, и вся вот нынешняя философия разделяется на тех, кто вот преодолел этот барьер, который мы с вами вот сейчас преодолеваем. Так, кто нам скажет, что такое предел? Вот, граница, которую переходит. А вот мы сейчас чем занимаемся? Мы границу переходим между теми, кто не знает диалектики, и теми, кто знает. И вот мы на этой границе. Да, и как всегда бывает, ну, понятно, это трудно же перейти границу, то вот это называется пределом. А те, кто не переходит предел, те неограниченные люди. Вот эта нынешняя философия сейчас строится в большинстве своем в мире ограниченными людьми. Они дальше не пошли. Там вот Карл Поппер, например, придумал, что научное – это если можно опровергнуть. Понятное дело. Марксизм, конечно, можно. Если вдруг найдется такое практическое применение, которое покажет, что он неверен. Но марксизм состоит на почве невозможного, а на почве действительного. Ну, вот. Поэтому, да, конечно, марксизм, если у него критерий практика, конечно, можно и опровергнуть. Только никто не может опровергнуть, пока все идет точно так по марксизму. Я предложил бы такой вот способ тогда. Вот, представьте себе расстояние в космосе, до которого можно... могут добраться наши все самые, так сказать, современные приборы, которые различают, что там находится, с помощью самых современных средств. И умножьте на 2. Вот там, я заявляю, сидит черт. Можете вы опровергнуть? Практически. Практически не можете пока. А когда уже доберутся до того расстояния, то, по крайней мере, меня уже не будет. Не знаю насчет присутствующих. Если я чувствую, что это маловато, ну, на 3 надо умножить тогда, и тогда там сидит черт. То есть это пустые рассуждения. И называется научной такая система положений, которую можно опровергнуть. Но так у нас таких положений, таких систем сколько хочешь. И тем самым истину пытаются утопить в море ложных всяких систем и утверждений. А на самом деле научная система по Гегелю – это система знаний. А если у меня системы знаний нет, а просто знания есть, это кто я тогда? Кто? Ну, это вы красиво так. Знахарь я. Ну, я много знаю. Это вот, если это заболит, вот это надо пить. Это заболит, вот это. И все правильно, они знают на самом деле. Но нету там никакой системы, нет науки. Но это даже истинное знание, она когда приведенная в систему, дает науку. А если это система, но нет истинных знаний, то науки не дает. А вот с легкой руки Поппера у нас, оказывается, есть научные теории, которые не являются истинными. Вот. Ну, кто хочет, может. Вот я понимаю, что это Гегеля трудно понимать. Этих людей совсем трудно понимать. А лучше все и не забивать себе голову. И, так сказать, не, их бессмысленно читать. Некоторые мучаются, пытаются понять только дребедень. Ну, я бы мог еще привести пример. Вот, скажем, есть такая очень современная концепция, что вот сейчас мы обсуждаем материализм, нематериализм. А вот если вот вещь наделена смыслом, то она есть. А если не наделена, то и нет. Я присутствовал на конференции одной и даже руководил секцией этой конференции по онтологии. И там один профессор выступает и говорит, что вот если вещи наделены смыслом, то они есть, а если их нет, не наделены, то их и нет. Я слушал, час был доклад. Я потом задаю, можно вопросы, да, пожалуйста? Я правильно понял, что вот если эти вот вещи не наделены смыслом, то их и нет? Он говорит, ну да. Я говорю, кто наделяет? Вот вы, я или
Ну так, Бог-то сейчас не принято говорить. Трансцендентные. Да. Ну так, если не наделены смыслом, то их и нет. Ну, раз нет, то нечего и наделять. Ну, пауза тут такая. Он говорит, Михаил Васильевич, зачем вы так? А я говорю, а у Миши-то куда вы будете? Доклад и закончил. То есть я хочу сказать, что это хорошо, так сказать, товарищи, вот, которые не погружены в эту так называемую современную отсталую философию, отсталую, потому что это люди, не преодолевшие вот этот барьер. А его трудно преодолевать, мы знаем по себе, трудно. Поэтому можно рассуждать, потом говорить все, что угодно, поэтому это нас должно возвышать. Мы, по крайней мере, вот здесь бьемся на этом рубеже, то есть выходим за свой предел. А эти товарищи, они даже и не подходят к этой границе, поэтому у них такой проблемы выхода за предел нету. Вот, поэтому мы должны спокойно двигаться тут дальше и заниматься. И вот, двигаясь таким образом, мы поставили задачу кружка выводить из категории категории, что, собственно, вот самым интересным здесь и является. Не, если кто-то хочет посмотреть, за какой категорией идет какая, он очень просто делает, открывай содержание. И, так сказать, там все написано. Зачем для этого читать? Там все написано, за какой категорией что идет. Поэтому нужно вот выводить. А поскольку выводить, то вот это получается сложно и трудно, и мы на этом останавливаемся. Это не значит, что мы кого-то задерживаем. Кто-то, если он идет вперед, дальше, это должны только приветствовать. Но вот кружок представляет собой такое у нас собрание, где можно выяснить, где вот почему, как выводится, чтобы человек вот хоть на каком-то участке тоже продвинулся еще вперед. Сейчас я вам докладываю, что поскольку у нас первое занятие в этом году, а следующее, сразу сообщаю, будет 24 числа здесь же, 24 сентября. Что? Через три. Да, 24 сентября. Октября. Что? Октября. Октября, прошу прощения. Октября, да, октября. 24 октября, чтобы никто не говорил, что не было времени подготовиться. Почему не 17? Чтобы времени было больше подготовиться. Чтобы можно было больше. Да. Да. Вот. Мы уже в прошлом году занимались условием. Так? И как всегда бывает, знаете, как в большой атаке, забежали туда, но не закрепили. Поэтому мы вернемся назад к основанию. Основательно будем действовать. А основание – это такая категория, которая следует за какой? Кто-нибудь может сказать? За противоречием. За противоречием. Вот, товарищ Галко правильно говорит. За противоречием. Противоречие. Гетцу Грунда идет. Разрешается в основании. Основание, я вам сказать, в основании. А вы откройте там, вот я говорил про содержание, там никакой основы нету. Основание. Эта категория основы, она привычна для нас, тех, кто не изучает науку логики. Она у Гегеля тоже тут встречается, но не сильно, почти не встречается. Он говорит, ну это единство основания и основы, она дает основу. Ну, основу всего. И все. Ну, это такая. И по другому месте, что это безразличная основа или просто основа. То есть тогда, когда нет вот этого самого интересного, что вот если раньше была категория как бы одинарная, а здесь она раздвоенная такая, ну, рефлективная. Когда есть основание и основано, а все вместе называется основание. Есть основание, есть основано. Или основа, можно сказать. И вот поскольку... А? Или борьба противоположности. Закончилась борьба противоположностей, противоречие разрешилось в основании. Распали вы уже борьбу противоположностей, все. Закончилось. Превратилось в противоречие. А как она закончилась? Все же понимают, как она закончилась. Она теперь будет содержаться, эта борьба противоположностей, в чем? Во всем. Вот каждая следующая категория, если она более богатая, раз она идет путем снятия, то есть удержания того, что она отрицает, то это, само собой, борьба противоположностей. Второй теперь ответ даю. Никогда не закончится. Никогда не закончится, но она уже не на поверхности.
Где у нас сейчас борьба? Мы сидим спокойно, никакой борьбы нету. Противоречие – это актуальная проблема. Противоречие – это актуальное, а борьба противоположности – это вечно. И противоречие ведь на это, и залог жизненности и так далее. Но именно поэтому надо понимать, что, перейдя к основанию, мы теперь как бы в основании это положили. Борьбу противоположности мы в основании следующих всех рассмотрений. То есть вот мы шли, 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 и в прошлом году, наконец, за несколько лет мы дошли до разрешения противоречия. И теперь мы вот вопрос о противоречиях, о борьбе противоположности кладем в основание всего остального. То есть все остальное мы принимаем только тогда, или считаем более богатым, когда в нем вот это заключена борьба противоположностей. Вот. А если этого нет, то это в сторону пошли, в сторону, назад и так далее. Дескать, это я уже проходил и, так сказать, бросил, и начал все с нуля. Не с нуля, а вот с этого начать. Поэтому в нем, вот в этом, я вот приготовил пример исторический, и хотел бы вам его сейчас предложить, чтобы закрепить этот вопрос вот об основании, основанном, об основе, который у нас как бы изучен. И предложить вам это место снова прочитать, и в следующий раз мы еще пообсуждаем. А пример такой. Вот мы на примере истории России можем видеть такие вот парадоксальные вещи. 19 век, конец. Какая экономика? Ну ладно, да ладно. В России? Капиталистическая. Так что у вас одни за капитализм, другие за феодализм? Значит, берем работу Ленина «Развитие капитализма в России», где сказано, что экономика стала капиталистической. А еще потом он пишет по поводу в других работах, что уже в начале 20 века уже там империализм появился здесь. Так, какой был общественный строй? Страна какая? Государство какое было? Анархическое. Так, вот вы все слышали от Маркса и Энгельса, что вот есть базис, а есть настройка. Да? И вот базис определяет настройку. Это он когда определяет? Вот тут вроде как не определяет. Базис капиталистический, а настройка феодальная. Так, потом вторая точка. Совершается буржуазная революция. Совершается буржуазная революция, и Россия становится буржуазной. Буржуазной, да? А базис какой? А феодалы потеряли свою собственность или нет? Нет. Нет. Крестьянам-то землю не передали, поэтому класс феодалов-то остался. Причем он именно феодалов. Феод – это кусок земли. Они, то есть крестьян вроде как освободили. А? Ванглен до сих пор остался. Что остался? Класс. Нет, класс. Класс крупных землевладельцев. Это не феодалы. А? Это не феодалы. Феодалы. Ну а что, у нас вот крупные агрофирмы, это тоже феодалы, что ли? Ну, феод, это иностранное слово, означает мера земли, феод, участок земли, феодалы. И у нас землевладельцы? Если они землевладельцы, если это агрофирма, то это капиталисты. А если я вот земельный собственник, а вы агрофирма у вас, вы денежки мне отдайте за то, что вы на моей земле занимаетесь выращиванием морковки, а я землевладелец. А что, агрофирма не может быть собственностью? Может быть, может быть. Поэтому пример у вас неправильный, потому что у нас таких практически нет. У нас ведут нас эти самые на своей земле, потому что были раньше колхозы, а у них своя земля, они теперь превратились в агрофирмы, в то, все и так далее. А вот такого, что у нас был целый класс землевладельцев, конечно, нету. Такого. Нет такого класса. Вы меня увели сюда, а я вас возвращаю. Зачем вы меня увели? Чтобы усложнить задачу. А я хочу ее упростить. Я беру, вот бесспорно, когда был класс землевладельцев, был. Он остался после буржуазной революции? Остался. Сколько класс? Тихо. Класс землевладельцев. Сословие. Не сословие, а класс. Нет, сословие. Нет. Сословие, это вы рассуждаете применительно к терминологии, которая использовалась властью, сословие. А у Ленина это класс. Ну, что, как, что это мы будем о сословии говорить? Нам это неинтересно говорить про сословие. Дворяне это класс. Дворяне
по сути, класс, а название у него дворяне. А вообще это феодальный класс. Это феодальный класс. Это сословие и класс одно и то же? Нет. Сословие... Классы появляются только при капитализме. Духовное сословие, то что класс. Да, запомните, вот, запомните, что сказал Евгений Николаевич, поэтому класс рабовладельцев и рабов появился только при капитализме. Ну что вы говорите? Ну что вы говорите? Евгений Николаевич, не путайте вы других людей. Не путайте. Идем дальше. Мы сейчас... Я предлагаю сконцентрироваться, я вам вопрос задаю. А вы хотите другие вопросы обсудить? А существует такое требование? Дисциплина мысли. Вот я задал один вопрос. Как, был ли такой, вот после буржуазной революции, класс остался землевладельцев? Остался. А куда же он денется после буржуазной революции? Никуда он не мог. Как куда? Могла после буржуазной революции у него могли все забрать. Объясняю, куда делся класс землевладельцев в Чили, когда Альенде разрешили всю земельную собственность забрать. Вот когда он разогнать их разогнали, а после этого дали ему по шапке и установили там фашизм. А до этого, пожалуйста, проводите буржуазную революцию до конца. Пиночет сидел и смотрел, как делается буржуазная революция. А за этим пределом уже все. Да там нас разрешили частную собственность на землю. Это феодализм там пришел? При чем тут феодализм? Я спрашиваю, какой класс, а вы... При чем тут феодализм? Мы уже говорим, что не появились они, никуда не делись. Куда они делись-то? Сейчас появились. Иван Михайлович. Я говорю о февральской революции. А вы какие сейчас? Сейчас не февральская революция, Иван Михайлович. Давайте дадим определение класса еще. Да, давайте. Не будем давать определение класса. Не будем. Не будем. Не будем. Короче говоря, если бы класса этого не осталось, если бы прошла бы буржуазная революция по полной мере, то не удалось бы большевикам получить такую поддержку со стороны крестьян, которые землю получили не из рук буржуазии, а из рук рабочего класса, его партии, из рук большевиков, и поэтому поддержали большевиков. Вот спрашивается... Спрашивается, какая была она, какой был базис? Базис был смешанный. И буржуазный, еще и феодальный частично. А какая надстройка? Уже буржуазная полностью. Буржуазная, а до этого была феодальная полностью. Берем третью точку. Сентябрь 17-го года. В сентябре 17-го года базис был какой? Такой же. Так, все такое, все вот такое же, значит, смешанный базис буржуазно-феодальный, а настройка буржуазная. Берем декабрь 17-го года. Базис какой? Такой же. Нет? Такой же. Ну там. Нет. Земля рожали деньги. Вы чего это такое? Вы чего? Давай, Мордовин. Вы что хотите? Землю не хотите крестьянам отдать? Как вы? Все, базис чисто капиталистический. Ну и как там насчет этой вот базис, настройка? Ну вот. А базис решающий, как мы вроде изучали. Решающий. Раз решающий, то значит настройка должна. Но она долго очень приходила. Такой взлет был Советского Союза, а потом пришел Хрущев, потом разложение, и наконец вот приведена настройка в соответствии с базисом. Ну уже базис тоже поменяли обратно. То есть вот такое вот понимание строительное, есть базис, есть настройка, оно годится для какого варианта? Для такого варианта, когда уже готовая вот формация, способ производства зрелый, и формация зрелая, и все тут в неподвижности. Тут вот все хорошо, да. Она, конечно, ей соответствует, этому базису соответствует такая-то политическая настройка. Если это феодальное общество, в смысле экономическом, то и феодальное государство. Если это буржуазное, то и буржуазное. Если пролетарское, то и пролетарское. А если социалистическая экономика, то есть коммунистический способ производства, то, естественно, и государство социалистическое. А когда мы берем переход от одной формации к другой, все не так. А почему? А спрашивается, есть какие-то экономические что? Основы или основания? И вот тут-то я предлагаю вам присмотреться к категории основания. Вот берем по этим же самым точкам. Конец 19 века. Были ли основания для буржуазной революции? Конечно, были. А в чем основания? Да буржуазный класс был. А можно говорить основания я вам, множественном числе?
Революция одна, оснований у нее много. Да, много, потому что еще было потому что раз это буржуазная революция, то в ней еще и рабочий класс участвовал. А для него это прогрессивное дело, поэтому рабочий класс был основанием еще и для буржуазной революции. Правильно? Был. Потому что не перепрыгнешь сразу к социалистической. Или, как говорил Троцкий, без царя правительство рабочее. Так номер не получается. Поэтому, значит, были основания для социалистической революции? В перспективе. За буржуазной основание было. Вот основанием для социалистической революции был рабочий класс, который появился уже в 19 веке в России. А основанием для буржуазной революции – буржуазия, которая уже, так сказать, вся сложилась в 19 веке. А революция, когда буржуазная состоялась? Вот она состоялась в феврале. После февраля были основания для сохранения буржуазного строя. Все было как раз вот как у нас рассказывают, базис буржуазный, настройка буржуазная, все хорошо. А основания для социалистической революции были? Было. Оно. Вот оно одно уже теперь. Рабочий класс. Рабочий класс. Рабочий класс по своим интересам, по своему положению заинтересован в совершении социалистической революции. А буржуазия заинтересована в сохранении. Было основание сохранять этот самый буржуазный строй и не давать совершать никаких социалистических революций. Было. Ну вот эти два основания, они и боролись. Но это проявлялось в политике. Теперь, было ли основание в сентябре для того, чтобы строить в России социализм? Было. Рабочий класс. Он же, его положение в капиталистической... Да нет. Наличие советов – это относится к политике. А я говорю об основании экономическом. Положение рабочего класса в капиталистической экономике рождает что? Рождает у него, так сказать, борьбу за социализм. За социализм. Поэтому основание для борьбы за социализм для социалистической революции было экономическое. А было основание для того, чтобы не дать совершать социализм. Это буржуазия, это была, она же является экономическим основанием для этого. Понятие классов сугубо экономическое, не сословие. Там ничего нет от каких других моментов в понятии классов Ленина. Это просто положение в производстве или пять признаков, которые в великом почине. Поэтому про эти сословия нам тут не о чем и говорить, а говорить надо о классах. Берем декабрь 17 года. Основание было для того, чтобы строить социализм в России? Было. А строился, была социалистическая Россия? Социалистическая какая? Это та страна, в которой победила социалистическая революция, то есть власть социалистическая. Так основание для этой власти было в положении рабочего класса, было это основание. Поэтому вот старались большевики разруху преодолеть, потому что если, хорошо, вот рабочие, они там ходят с ружьями, они защищают, воюют, и тогда, если экономика остановится, не будет рабочего класса, и не будет этого самого основания для того, чтобы строить. Поэтому восстановить... Разруху преодолеть даже путем создания экономики там не вполне социалистической, чтобы хоть жизнь налаживалась экономическая, НЭП и так далее. А основание для того, чтобы разрушать, одни строили, другие разрушали. Ну, в переходный период тут понятно, оснований было много. Патриархальный был уклад, мелкотоварный уклад, буржуазный, госкапитализм. И только один коммунистический уклад. Это было основание уже такое, которое расширялось и превратилось, наконец, в единственный решающий уклад, и следовательно, не уклад. Получилась социалистическая экономика. В социалистической экономике есть основания для того, чтобы ее разрушить? Есть. Есть. В чем? В положении рабочего, любого работника. Он заинтересован в росте общественного богатства. Это основание для того, чтобы строить коммунизм. А и он заинтересован в том, чтобы получить большую долю меньшего пирога. Я рад, что у нас все там растет, но если мне вот долю нарежут такую большую в фонде распределения по труду, то и хорошо. Поэтому каждый... Я сейчас говорю не о том, что у человека в голове, а о том, что вытекает из противоречивого положения работника в первой фазе коммунизма. Он заинтересован в росте общественного богатства и в обеспечении полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. И заинтересован в том, чтобы получить вот эту большую долю меньшего пирога. И Ленин прямо писал, а сколько у нас таких мерзавцев, которые хотят дать обществу, и рабочих в том числе, рабочих, которые хотят дать обществу поменьше и похуже, и взять у него побольше и получше.
И на этом фоне ясно, что этот мерзавец Хрущев, так сказать, сделал, когда говорил, что социализм победил полностью и окончательно. И вот мы все стояли уже у стены, все с ружьями готовились, знали, что есть классовая борьба, что надо сражаться, социализм сам не устоит, что он только благодаря нашей постоянной бдительности и постоянной классовой борьбе. Потом говорит, все, вы уже освобождены, вы будете свободны, все, видите, все свободны. И вдруг мы стали такие же свободные, как вот в нынешней свободной Америке. Один человек набрал себе 23 автомата и начал стрелять. И как говорят, а там это для защиты, для самозащиты. Ну, такой для самозащиты. Че, те 500 человек, что не отстреливались тогда? Вы уж приходите теперь, раз вы с оружием, на все мероприятия, на фестивали с автоматами, с пулеметами, чтобы отстреливаться от таких идиотов, которых там много в Америке. Сейчас, и нам предлагает в такую же жизнь, так сказать. Из, а до этого нам говорили в переходный период от коммунизма к капитализму, что дороже человеческой жизни. Пучков хорошо отвечал, говорит, две человеческой жизни дороже. Три дороже. И так далее. Вот. То есть я хочу сказать, что вот эта категория... А? Нет, это Пучков, Гоблин. Это такой хороший у него ответ. Две человеческих жизни дороже, чем одна. Сколько нам говорили про слезу ребенка, уже сколько этих людских слез вылито за время вот, существования этого нового, как говорится, нового, то есть старого строя в России. То есть я хочу сказать, что вот мы получили сейчас категорию достаточно глубокую и содержательную, потому что некоторые товарищи говорят, как применить, вот вы тут рассказываете про чистое бытие или там про становление, как это применить? И я как-то так затруднялся, и даже иногда своим студентам говорю, что знаете, вот я делаю лопату, чтобы ее сделать, нужно этот черенок, вот эту вот саму лопату металлическую, и еще нужно шурупчик один закрутить, дырочку и шурупчик. И вот я только сделал еще черенок, вы меня спросите, как это применять? И вот я уже думаю, как можно взять эту палку, и те, кто такие вопросы задают, ну как можно еще ее применять сейчас? Потому что копать ну никак нельзя. То есть люди уже хотят вот применять, не... ну как вы можете ехать в машину, а у нас 4 колеса, 2 уже прикрутили, он говорит, ну все, хватит, некогда ждать, он говорит, дайте я сяду и поеду. А мотор уже есть, все вращается уже. Кто осознал понятие становления, тот уже многое понимает. Многое понимает, что не надо ехать без колес. Потому что ты можешь превратиться из бытия в ничто. Я согласен, да, из бытия в ничто можешь превратиться. Вот. То есть это все можно, все по частям тоже хорошо понимать. Но мы должны понимать, что вот есть богатые категории, которые превращаются, которые, ну, конечно, все категории применяются, все категории. Тоже, конечно, я согласен с Иваном Михайловичем, что если человек понимает, что такое становление, он знает, что такое переходный период. Потому что я хочу сказать, что меня замучили этими вопросами. Говорят, вот вы, говорит, Михаил Васильевич, говорите, что социалистический Китай. Нет там социализма. Я что, говорю, что там он есть? Но если это там переходный период к социализму, как его надо называть? То есть период, значит, борьбы капитализма и социализма, и коммунизма и капитализма. Как он называется? Если диктатура пролетариата была установлена, то пока не сделали диктатуру буржуазии, это социалистический. А вот когда построят, может, нас уже не будет... социализм в Китае, это будет не социалистический Китай, а такой социалистический Китай, в котором построен социализм. Но если Россию мы называли, или Советский Союз социалистическим, когда? Что, с 36-го года? Да нет, она была социалистической с момента установления власти рабочего класса. То же самое. Говорит, вот вы говорите социалистический Китай, там тоже же не построен. Не построен. Ну, диктатура пролетариата там установлена? Установлена. Не выкинули? Не выкинули. Ну, значит, это страна социалистическая. В Китае, на Кубе. Построен социализм? Не построен. Был построен? Был. Пришел друг, товарищ, брат Фиделя Кастро. И, брат-два. И миллион рабочих превратили в самозанятых. И немножечко отодвинулись назад в переходный период. Может, просто вынужденное отступление. Ничего не хочу сказать. И тем более осуждать. Но просто мы должны понимать, что страна социалистическая, но был построен социализм, а теперь опять не построен. Потом, нам особенно в России говорить, ерничать по поводу, допустим, Китая, Кореи, Вьетнама, Лаоса. А у нас-то был вообще построен социализм, а сейчас капитализм.
Чего нам-то по этому поводу ерничать? Что это вы называете? А мы чего писали, что окончательно построено, чтобы ничего не делать? Победил социализм полностью и окончательно. Прямо хочется залечь сразу спать. Потому что, ну, конечно, можно отдохнуть спокойно, не надо бороться. Вот, а есть люди, которые продолжали борьбу свою. Вот. А червины, как известно, они все время едят. И жучки все время точат. Поэтому, если вы их не промазали, там что надо, вдруг у вас дом может рухнуть, потому что подточили там бревна, и они полетели. То есть я хочу сказать, что вот мы получаем все более богатые категории. И сейчас, вот сегодня мы разбирали пример исторического материализма. Потому что материалистически истолковать, надо еще применить эту материалистическую диалектику. К чему? К истории. А для этого вот это, так сказать, еще один крупный шаг сделали Маркс с Энгельсом. Не просто истолковали, а они применили, так сказать, к истории и доказали, что вот понимание истории как движение от формации к формации, можно сказать, трехчленное, самое простое, что была частнособственническая формация, потом была формация, простите, первобытный коммунизм сначала, потом частнособственническая формация, состоящая из формации рабовладельческой, феодальной, буржуазной, и второе отрицание. А это бесконечное отрицание, то есть бесконечно могут возникать попытки снова сделать частную собственность, и бесконечно надо с ними бороться. И это называется, как писали Маркс и Энгельс, я не думаю, что это все товарищи понимают хорошо, что все наше учение может быть выражено одной фразой. Уничтожение частной собственности. Прямо вот они бьют и, значит, разбивают где-то частную собственность. Уничтожение частной собственности возможно только каким путем? Путем поддержания и развития общественной собственности. Правильно? Вот это и есть. Но я все время надо уничтожать. Это некоторые спрашивают, а потом будет что за этим? Ну что за вторым отрицанием может быть? Это бесконечное уже. Мы пришли к бесконечному. Бесконечно, потому и бесконечно, что за ним ничего не будет. Никогда не уничтожим. А? Никогда не уничтожим. Да, никогда нельзя уничтожить бесконечность. Вот, поэтому надо сказать, что вот начало нашей работы – это начало, так сказать, ну вот очень что такого крупного и серьезного пути по применению вот этих категорий к исследованию общественных явлений. И я думаю, что даже если мы вот одну категорию рассмотрели, основание, уже достаточно вот богатая картина, тогда раскрывается, иначе просто невозможно историю страны объяснить. Невозможно. Или это все получается, потому что Ленин был гений, вот он придумал. Или вот Маркс был, он придумал. Или Энгельс, потому что папа у него был фабрикантом, в конторе работал, делать ему нечего было, он поехал в положение рабочего класса изучать и так далее, и всякие прочие глупости. Хотя это все на самом деле так и было. Это была внешняя форма, а содержание-то в чем было? А содержание было в том, что, вот, скажем, идеи прогресса, они проникают и в головы представителей господствующего класса. А вот если вы посмотрите литературу, везде, когда говорят об историческом материализме, говорят, бытие определяет сознание. А это полная сущая неверность. Бытие не определяет сознание. Бытие Маркса определило его сознание. Маркс – буржуазный интеллигент. Энгельс – фабрикант. Ленин – дворянин. Да. Общественное бытие определяет общественное сознание. А общественное бытие противоречиво? Да. А раз оно придумано, значит, и в общественном сознании есть другая идея, прям противоположная. И она неистребима. Поэтому в нашей Конституции записано сейчас, в буржуазной, которую никто не принимал, ее выстрелили из танковых орудий. Вот. А потом спросили, вы принимаете Конституцию? Конституцию обязан человек принимать, Конституцию. Это вот проект Конституции такой, он бы за него не проголосовал, а Конституцию надо принимать. И у нас нет государственной идеологии, поэтому у нас есть все шансы сделать, так сказать, марксистскую методологию, марксистскую теорию государственной идеологией. Ну, раз другого нету. Причем антикоммунизм сейчас не знает, что делать, потому что пока был коммунизм, то они там на этом паслись. А если нет коммунизма, самостоятельно это никакой антикоммунистической теории нету. Единственная антикоммунистическая теория цельная – это религия. Религия, да. Да, там еще объясняют.
Вот если у нас вот вы что-то на одном стоите, это догматизм. Это мы преследовать вас будем. А если это у нас церковь, то вот если вы отступите от этих догматов, вы еретик, и мы вас опять преследовать будем. В общем, и так будем преследовать. Короче, от нас не спрячешься. Нет. И под каким соусом. Дело в том, что общественное бытие, оно многоукладное. И в снятом виде... Общественное бытие многоукладно, только в многоукладном обществе. А вообще оно не многоукладно. Оно при социализме было одноукладно. У нас была общественная собственность, коммунистический уклад. Ранее феодализм был многоцентральным. Да. И при рабовладении тоже не многоукладно. Рабовладение было. Да. Так, ну вот, собственно, задачу мы сегодняшнего занятия исчерпали, поэтому сейчас всякие дополнительные. Я просто хотел уточнить следующее, какая у нас тема будет. Следующая тема такая. Мы, значит, вот эту тему основания будем изучать. А это что значит? Что вот сегодня все заметили, что я говорил, в основном, ну, или товарищи молчали, или возражали. Что сейчас это? Будем соглашаться? Да, да, да. В следующий раз, вот вы будете выступать, а я, как руководитель кружка, могу с чем-то и не согласиться. Вот и все. А ну вот всем будет дано слово по основанию. Пожалуйста. А? Не боитесь, что пустая аудитория останется? Какой же дурак? Ну вот, нам сказали, что очень много ходит, поэтому идем. Уже помещения не хватает. Поэтому проблему помещения можно решать диалектическим путем. Таким. У нас нету никакого, ни газа нет, ничего. К чему выкуривать? А вот... такие вопросы будем задавать. И постепенно... Так... Да. Причем вы не скажете, что мы это не изучали. Вот основание. Дескать, куда дальше пойдем? Никуда дальше не пойдем. Здесь будем, здесь будем, на этом месте будем топтаться в следующий раз. Почему? Потому что за этим самым, я два слова скажу вперед, за этим самым стоит следующее. Потом начинает, когда мы усвоим, что такое основание, то есть формальное основание, что это вот основание, а это основанное. А чем они отличаются последним? А ничем. Ну, формально это вот основание, потому что все, что есть в основанном, есть в основании. И оно потому и основание, что оно есть в основанном. Оно потому и основанное, что оно берет то, что есть в основании. Это формальное основание. И ничего не добавляется в основании. Ничего не добавляется. А есть реальное основание. А реальное основание, что вот в основанном есть не только то, что есть в основании, а еще кое-что. А раз оно есть, кое-что, то оно есть, значит, и в основании. Откуда? Короче говоря, вот тут уже да. А дальше получается, что есть, наверное, еще какие-то предпосылки какие-то к этому основанию, которые, так сказать, как бы сюда включаются. И не висит же это основание в воздухе. А эти предпосылки называются как? Условия. Вот, товарищ. Я отвечу. Да, вот, пожалуйста. Все, один товарищ уже ответил на будущий вопрос. Все, а другой уже потерял телефон от страха. Так, вопросы есть еще какие-то? Организационные вопросы есть. Значит, 24 числа, здесь же, в 19 часов. Продолжаем. Син Цзиньпин недавно выступил и сказал, что китайские коммунисты от марксизма никуда отступать не собираются. Да отступать-то и мы не собираемся, нам бы овладеть бы им. Нет, я про китайских коммунистов. Да и китайцам тоже не мешало бы овладеть. Говорите, и вы можете. Не овладели? Ну, они так говорят, Син Цзиньпин заявление просто сделал. Это похвально. Ну, мы когда овладеем, тоже не будем отступать. Да, судя по тому, как Китай себя ведет, индустриализация. Попробуй овладеть еще. Он от деиндустриализации, у них индустриализация. В прошлом году Китай выпустил цемента больше, чем Соединенные Штаты за последние 100 лет. Да мы тоже перегоняли Соединенные Штаты Америки. Но тогда у нас... А когда социализм победил полностью и окончательно, то тогда уже пошло. Пошли, да, спасибо, товарищи, всем. Спасибо.